Всем привет, меня зовут Антон Ясиров, и сегодня мы с вами поговорим об обходе авторских прав на YouTube. Я пробовал множество способов использования песни с авторскими правами без сильного искажения ее. Менял тональность, добавлял бас, обрезал песню и даже подкладывал звук маракасов на задний фон. Ни одна из попыток сделать это так и не закончилась успехом. Единственный способ, который удалось найти, это использование кавер-песни с максимально похожим звучанием. С видео нету особых проблем. Загружаем монтажку, выбираем нужный фрагмент и увеличиваем его на 20% или уменьшаем, подкладывая задний фон. Этого уже будет достаточно почти при всех загрузках на данный ресурс. Бывают редкие случаи, когда будет необходимо отразить видеофрагмент по горизонтали или добавить цветовой фильтр для максимального отличия. А на этом, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну и до скорых встреч!